Це програма «Красуня за 12 годин». За правилами, ведучі мають знайти жінку, яка погодиться на експеримент. Їй потрібно буде покинути усі свої домашні турботи, владнати робочі справи і на 12 годин довіритися професіоналам – стилістам, перукарям і візажистам. А ввечері рідні та близькі побачать її у новому образі. Програма «Красуня за 12 годин» про те, як звичайні жінки перетворюються на справжніх королев. А допомагають їм у цьому наші ведучі – Ольга Слонь та Ольга Сейнер. Ольга Слонь – відомий дизайнер-стиліст, лауреат премії «Телетріумф» 2012 року в номінації «Найкращий стиліст». Вона створює стиль телеведучих і героїв телешоу, працює над образами українських політиків і зірок шоу-бізнесу. Ольга Сеймур – історик моди, стиліст, імідж-дизайнер, художник по костюмах, експерт у галузі косметології та телеведуча. Майстер і суддя міжнародного класу, засновниця школи професійного макіяжу та стилю. Какие-то очень весенние, такие женственные. Я не очень представляю, как мы сейчас будем с тобой по торговому центру тут бегать и вылавливать героинь. Они уже попрятались, все равно увидев только нас. Что будем делать? Я ехала к тебе с планом действий. Значит, рассказывай. Вспомни, пожалуйста, на Абалоне как-то, утречком, возле школы, мы подошли к одной девушке, она уже отвела ребенка и возвращалась со школы. Такая какая-то светленькая, невысокого роста, такая. Да, и она согласилась такая, почти да? сразу, помнишь? Но да. Потом она сказала, что нет, 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 работа, еще что-то. Я не могу сегодня. И мне показалось, что ей, ну, как бы очень хотелось. Спасибо, девушка, я, конечно, с того, что мы больше не получится. Я взяла ее номер телефона, поэтому я предлагаю следующее. Ты у нас девушка нежная, трепетная, звони ей, я тебе набираю номер. Ей зовут как? Ее зовут Лена. Лена. А если нам не откажут? Да я тебя прошу, она второй раз не откажет, это точно. Давай. Алло, здравствуйте. Леночка, это программа «Красотка за 12 часов». С вами говорит ее ведущая Ольга Сеймур. И напротив меня сидит еще одна ведущая этой программы Ольга Слонь. Помните нас, да? Прекрасно. Сьогодні наші ведучі вирішили не шукати героїню, а запросити для участі в програмі жінку, яка припала їм до душі раніше. Тоді Олена так і не наважилася на 12 годин відмінити свої справи, хоча дуже хотіла стати красунею. Побачимо, чи скористається вона другим шансом. Ви зараз де? На роботі? Вона говорить, що її не відпускають. Леночка, подождіть, будь ласка. Вона говорить, що її, ну, буде сложно. А якщо ми приїдемо, ми попытаемся сразу сейчас убедити. Леночка, хорошо. А давайте ми з Олею приїдемо. У нас какое-то сегодня, ну, очень воздушное настроение, и я уверена, что все получится. Хорошо. Тогда вы сбросьте адрес, мы сейчас допиваем наш утренний чай и едем к вам. Поехали. Наши ведущие легкие на подъем, вирушають за майбутньою героїнею прямісінько на роботу. Вони сподіваються, що жінці вдалося вмовити керівництво відпустити її на цілий день. А якщо це не так, то Ольга Слонь та Ольга Сеймур спробують допомогти. Давай сделаем так. Если будет мужчина, то я его беру на себя. Прекрасно. Если будет женщина, давай на себя. Давай наоборот поменяемся местами. Я просто боюсь, что мне начальник. Кто вы такие? И все. Да я не боюсь. Я боюсь только гусениц. Сильно. Я сомневаюсь, что у Лены начальник гусениц. Здравствуйте. Это же наша Лена, заходи. Леночка, мы вас не узнали. Здравствуйте. Чего-то... Дайте мы на вас, а ну посмотрим. Все, наша Лена, отлично. Так, провели воспитательную беседу? Конечно, да, провела. Кажется, сейчас если я улыбается, сюда. Значит, я сейчас приглашу сюда. Давай. Как директора зовут? Наталья Михайловна. Здравствуйте. Наталья Михайловна, я Оля.
Очень приятно. Здрасте, это Оля. Тоже Оля. Ой, вы меня пугаете, извините, по какому поводу, Леночка? А Леночка нам сказала, что она провела уже ликбез, если честно. Давайте вот это вот. Ну так неожиданно, я, конечно, не ожидала. Мы те самые ведущие программы «Красотка за 12 часов». Отпустите, пожалуйста, с нами. Мы долго за ней охотились, уже один раз ее поймали. Она, знаете, как вот эта рыба, которая тыщ и выскользнула. Конечно, она начала рассказывать про работу, про семью, про детей. А сегодня мы, наконец-то, нам кажется, что нам должно повезти. А на сколько дней это все и как надолго это, извините? На один день. Да, на один день. А, у меня были свои планы на нее на вторую половину. Пожалуйста, вы же... Леночка, хорошо, на один день я вас отпускаю. Спасибо большое. Ну, спасибо. Куда денемся? Спасибо большое. Ну, только вернуться красивой, просто неузнаваемой. Да. Ну, вечером мы вас ждем в ресторане, увидите, что у нас получилось. Спасибо большое. И вам спасибо. Я постараюсь, конечно. До свидания. Леночка, жду вас. Смотрите, там не смените профессию, пожалуйста. Не-не-не-не. Директор із розумінням поставився до прагнення Олени стати красунею. Побільше б таких директорів. А в Олени попереду похід по магазинах за новим одягом, багато корисних порад, безліч примірок, салон краси. Та нарешті ввечері урочистий вихід у новому образі. Якою вона стане і як сприймуть зміни в її зовнішності рідні та близькі, ми побачимо наприкінці програми. А зараз знайомство з героїнею. Отлично, нас отпустили, все прекрасно. А сколько вам лет? Мне 36. А детки есть? Да, моему сыну 10 лет в пятом классе, дочка 6 лет в первом классе. Очень часто наши героини мы уговариваем. А у вас такое впечатление, как будто вы нас ждали. Да, действительно, вы пришли, как бы сказать, вовремя. У меня муж, с которым мы живем, новый, только 2 месяца. Как его зовут? Владислав Влад. Новый муж? Да. Мне вы очень, очень нужны. И чего, ну там, новый муж, старого нет? Нет, мой прежний, мой муж умер 2 года назад. Закрыли тему, царство небесное. Какие у вас с ним отношения? Дети как к нему? Ну, на данный момент у нас идеальные отношения. Я, конечно, хотела, чтобы это было до конца наших дней. А где познакомились? Мы познакомились по интернету. Да, в социальных сетях. А вы переписывались все время, да, я так понимаю? Нет, мы встречались. Предложение сделал уже? Ну да, предложил повенчаться. У меня аж мурашки пошли. Я настолько уже долго была сильной женщиной, и пришел мужчина и сказал, ты уходишь в отпуск, а все вопросы решаю я. И что? Да. Он действительно взял вас в отпуск? Да, то есть все бытовые вопросы он решает. То есть хотите мне сказать, что мужики все-таки еще в этом мире остались? Я считаю, что мне повезло. Я предлагаю так. Значит, быстренько, пока мы не доехали времени, не так много. Во-первых, предупредите своего Влада. Звоним Владу. Владичек, привет. Слушай, со мной такое произошло, представляешь, мне сегодня с работы забрали, еду делать из меня красотку. Ты рад за меня? Я искренне рад, конечно. Удача такая. Вечером в ресторан приглашают тебя, я тебе потом смс-ка скину адрес. Хорошо, все, отдыхай, не мучайся, расслабься, получай удовольствие. Окрім коханого чоловіка, Олена запросила на урочистий вечір своїх батьків та дітей. Усі вони стануть свідками її перетворення на красуню. А починається це перетворення з візиту до магазину білизни. Я називаю це просто рай. Это для, если бы она могла здесь жить, она бы здесь жила. Рассказывайте, что носите, как покупаете. Я ношу бюстгальтер про второй размер, объем 75-80. Дальше. Очень... А пушапы? Да, потому что у меня 2 детей, я кормила 2 детей, и грудь надо поддерживать. А вы точно знаете всегда, какая модель вам подходит? Ну, чтобы вот здесь вот прикрывала. Какая молодец вы, Лена. Обычно мы тратим много времени и с Олей рассказываем, как найти форму, как, что, как. Вот здесь как раз все видишь, раз, подтянуто хорошо. Поэтому давайте не терять время, раздеваемся, смотрим, подбираем что-то красивенькое и побежали дальше. Леночка, как? Леночка. Ой, какая вы хорошенькая. Тихо, держи себя в руках. Я, как человек, говорящий правду в глаза, скажу, что для 2 детей очень даже вообще хорошо все. А вы спортом занимаетесь? Ну, немножко. Спасибо в очередной раз. За бюст сначала спасибо, теперь спасибо за спорт. У героїні чудова фігура, яка нагадує формами пісочний годинник і вважається найбільш жіночною. Але є кілька нюансів. Повнуваті стегна та порівняно з ними досить невеличкий бюст. Ці недоліки можна легко виправити за допомогою правильно підібраної білизни. І наші ведучі знають, якої саме. У вас достатньо збалансована пропорціональна фігура. Плечики і бедра близько к силуету пісочної часи. Бедрышко чуть-чуть у нас чуть широковато, ножка в этой части. То, в принципі, ви такий, як би, прямоугольничок, нос
талии. Талия у вас выражена, но не ярко. Простите меня, уважаемая ведущая, как это не ярко выраженная талия? Вы чего? Ну, тебе показать не ярко выраженную талию? Нет, я тебе покажу. Это вот прям вот сильного перепада. Так. Но талия есть, это великолепно. Значит, не слушайте никого. Фигура отлично для двух детей. Прекрасно, за спорт. Спасибо. Живота нет, скафандры не надеваем. Все, берем секси. Ну, я за секси. А я за немножечко девичьи. Мне бы почему-то хотелось вас сделать несколько моложе. Я за секси. И секси – это не тетечка. Это очень хорошо. Несподівано наші ведучі розійшлися у поглядах на майбутній образ Олени і навіть уклали парі. Ольга Сеймур пропонує по-дівочому романтичний образ. А Ольга Слонь наполягає на відверто сексуальному. Цікаво, якій білизні надасть перевагу сама героїня. Невисокий рост. Бедра немножко крупнее верха. Я согласна на пушап. Пушап – бюстгальтер з додатковими поролоновими або гелієвими вставками в нижній частині чашки, які піднімають та візуально збільшують бюст. Такий фасон білизни зазвичай рекомендують жінкам з першим та другим розміром грудей. Ми з тобою все время критикуємо бюстгальтери з поролоном, да? Но є ж такі, да, зроблені правильно. Давай підберемо несколько форм на всякий случай. Угу. Да? Мені подобається ще как бы, вот этот. А хто мені говорив про дівічі цвіта? Ну, мне же 15 лет. Желтушная, почему нет? Ну, она блондин. Ты знаешь, мне кажется... Будешь жестячком. Вот. Мне нравится. Мне давай, нравится? Давай два варианта. Нравится. Давай вот такое. Да. Кстати, мужчинам тоже не мешает смотреть нашу рубрику про белье. Я просто много раз наблюдала, когда мужчина приходит в отдел, девушка на входе говорит, скажите, пожалуйста, какой у вас, вашей девушки, размер белья? Мужчина в этот момент делает вот так, знаешь... Ну вот, как где-то вот тут. Поэтому тоже будет очень полезна такая рубрика, потому что это очень мило, когда мужчина может подарить вот красивое белье. Лети, моя канарейка. Жизнерадостная секс еще никогда никому не вредила. Леночка, веселая латинка это называется. Вы пробуйте и один комплект, пробуйте и второй комплект. Мне когда-то одна очень известная ведущая сделала замечание о том, что у меня под белой майкой видны бретельки черного бюстгальтера. А ты ей что? Сказала, что это просто белое, давно не стиранное. Привет, канарейка. Куда же ты прилетела? А мне очень нравится. Хорошая чашечка. Вот, обратите внимание, вертикальная выточка на чашечке. Она позволяет аккуратненько собирать грудь. Когда вы хотите увеличить грудь, не идут такие чашки с многочленным таким делением, да, из многих деталей сохранящих. Леночка, а вам как? Вы когда-то пробовали белье такой оттенка? Бог с ним уже, с твоей канарейкой, Сеймур. Прекрасно, все сидит и под ручками собрано. Мне желтенький нравится. Ольга Сеймур підібрала для Олени комплект ніжного відтінку жовтого, який вдало відтіняє колір шкіри. Бюстгальтер з вертикальним швом та поролоновою чашкою добре піднімає та формує груди, візуально збільшує об'єм. Трусики з високою посадкою добре приховують живіт та повнуваті стегна. Не можу сказати, що плохо там. Ну, мені не нравится і все. А мені? Ну, сама линия плеча, красивая чашка, не канареечный цвет, это цвет, нежный цвет желтка. Нежный... Да, канареечный, он канареечный, канареечный, видела? Желтячок. Лена, выходите, слава тебе, господи, ура! Смотрите, дамы, у которых есть формы внизу, то есть есть бедра, попа, и все хорошо, выбирайте трусики, у которых, Леночка, простите, вот здесь вот нет резинки, а кружево специально вот как бы обработано, окончено, и оно мини-эластично. Не пережимает. То есть не будет пережимать вот это место, и тем не менее трусики будут держаться на беде и не будут сползать наверх. Ольга Слонь запропонувала Олені комплект темного відтінку, який надає образу загадкової сексуальності. Бюстгальтер, сформованою чашкою на кісточках, добре коригує форму грудей та візуально їх збільшує. Широкі трусики, оброблені еластичним мереживом, запобігають перетисканню стегон і тим самим роблять контур силуету майже ідеальним. Леночка, ну, якщо б ви вибирали білье, яке б ви білье вибрали з двох? Оно мне более подходит. Внутренне тебе же. Леночка, спасибо вам. Я уже вас очень сильно люблю. Мы вас ждем в Сеймур в кафе. Попереду у героїні важливе завдання. Вона має самостійно підібрати собі новий одяг.
А перед тим ведучі проведуть міні-інструктаж і дадуть кілька порад. Олена не здогадується, що її порівняють з Камерон Діас. Саме на прикладі відомої кінозірки ведучі покажуть Олені, які речі слід обирати, а про які забути назавжди. Завжди ми проводимо з нашими героїнями такі міні-консультації по іміджу. Для того, щоб розуміти, що ви хочете, і для того, щоб розуміти, куди стремитися, треба мати некий образ. Коли ми говорили, думали, смотрели о вас, у нас почему-то всплыла... Ой, Камерон Діас. Камерон Діас. Камерон Мішель Діас, американська акторка, в минулому модель, вважається однією з найвисокооплачуваних актрис Голлівуду. Камерон обожнює вузькі джинси і футболки, завжди відкриває красиві ноги і не боїться експериментувати зі стилями. Согласіться, що-то в ній є таке, що напоминає і вас. А именно что? Вы девушка, которая относится к такому летнему колориту, поэтому все грубые ткани, нет, черные, серые цвета мрачные, нет. Цвета давайте все-таки яркие, давайте все-таки коралл какой-то. Давайте же посмотрим коротенечко, что она носит и что достаточно интересно. Смотрите жакеты с подтянутыми рукавчиками. Жакеты все вам надо искать не короткие, а вам надо искать по самую широкую точку бедра. Тем самым будут нивелировать ваши несколько чуть-чуть расширенные бедра и делать вас выше. Только я умоляю, она может позволить носить себе эти вещи с любым плоским ходом, потому что у нее ноги 2 метра, а вам надеть каблук. Плюс еще майки вам подойдут с всевозможной каплей хомуты, которые будут давать вырез вот здесь, но будут давать дополнительно немножечко объем на линии груди. Как и туфель, много не бывает, покупайте все. Следующий момент. Это мое любимое. Черно-белые, графичные варианты, прекрасные. Это тоже может быть в качестве делового стиля. Какую длину платья посоветуете? Ну, во-первых, платья-футляры решают все и кардинально. Я бы сказала, платья решают все. Смотрите, вам не подойдет вот такой образ, как у меня, такой кисейной барышни. Вам лучше какие-то немножечко более графичные. Лучше талию смещать вам несколько выше и начинать расширение юбок прямо вот от талии. То есть таким образом мы линию бедра как бы обманываем и поднимаем наверх, тем самым удлиняя ножки. Молодец! На прикладі відомої голівудської акторки ведучі дали Олені кілька корисних порад. Різноманітні жакети-кардигани мають бути подовженого крою до лінії стегон, що візуально зробить Олену стрункішою та приховає повнуваті стегна. Друга порада – блузи та майки слід обирати з краплеподібним вирізом, а також не соромитися різноманітних принтів. Ще одна порада – варто мати в гардеробі хоча б одну сукню-футляр за вищеною лінією талії. При цьому не слід забувати про взуття на підборах, яке теж додає зросту та стрункості. Постарайтесь все-таки, может быть, обратить внимание на какие-то не совсем стандартные для вас вещи, чтобы вы были молоденькой девочкой, а не тетечкой. Меряйте, не бойтесь. А мы понаблюдаем за вами. Давайте. Олена отримала стільки інформацій, а в магазинах її чекає стільки різноманітного одягу, що недовго й розгубитися. Тим жінка сподівається усе зробити правильно. А наші ведучі за нею уважно спостерігатимуть, щоб у разі чого поспішити на допомогу. О, ні-ні, молодець. Мені ще тоді подобалось, і зараз я прям щось як-то к ній дуже трепетно відношусь. Вона васильковая какое-то такое. Вона не фіолетовая, вона такой васильковий цвіт. Ну, такое, это как раз, вот знаешь, оно и не девочка, и не бабушка такое что-то. Ой, не надо вот такие прозрачные. Ой, не, ну не надо. Очень прозрачные. Вот лучше вот платье вот то возьми. Опять прозрачная. Подожди, это блуза, да? Она блуза, да, без рукавов и очень прозрачная. Это, ну, не та история. Цвет хороший, крой возможен. Ага, понятно. Ты не заметила. Нам на этой юбочке под тончик этой блузочки поясочек. То есть комплект. Она немножечко как бы чуть смелее стала, но все равно нужна помощь. Олена все ж таки припускається помилок. А все тому, що вибирає речі, які вважає красивими, а має вибирати такі, які личитимуть саме їй. Першою не витримує Ольга Слонь. Мені кажется, що я її зараз на щось подвигну. Ольга Слонь вважає, що Олена провалила іспит. Адже гардероб стильної жінки має вирізнятися індивідуальним стилем, а не просто складатись з красивих речей. А ну-ка, показуйте. Виділа. Як би да, ну і як би ні. Треба мірити, смотрити. Давайте далі. Окей. Сначала взяла, то хотела более темную юбку, но потом присмотрела вот эту вот, смотрела каблуком. Да, как бы
комплект. Вот вы сейчас взяли, вроде как все неплохо. Хочется, чтобы все-таки вы стали такой не тетечкой, а такой какой-то девушкой с изюминкой. Поэтому эти вещи мы оставляем здесь. Вот смотрите, у нас есть очень интеллигентное ровное платье-чехол. Если вы его надеваете с балетками, очень будет все скромненько, замечательно и вот так вот, да? А если вы наденете его с какими-то уже аксессуарами и, допустим, короткой кожаной курточкой или укороченным каким-то пиджаком и станете на каблучок, то уже что у нас получается? Уже очень даже молодежненько, правильно? Поэтому держите платье. Смотрите, вот такие платья тоже могут быть, но я не очень люблю вот эту льющую фактуру. То все-таки я бы вот таких фактур избегала. Это классическая вещь, которая должна быть везде, но мы что сказали? От черного цвета мы берем и уходим. Смотрите, есть коралловое платье. Как цвет? Хорошо. Скажите? Да. Ольга Слонь наочно демонструє Олені, як, здавалося б, зовсім прості сукні можуть змінити весь образ. Головне – підібрати правильний крій, який пасуватиме саме тобі. Якщо ми надіваємо це все з якоюсь курточкою, либо з піджаком, то ви можете варіювати від якихось варіантів достатньо casual і молодіжних, да, до якихось там дуже серйозних. Я бачу, що вже к нам підходить Оля. Ольга Сеймур приєдналася до колеги. І тепер вони разом підберуть Олені кілька комплектів. Чи сподобаються нашій героїні запропоновані образи, побачимо просто зараз. Ми відійшли від якихось стандартних класичних схем, тітушних, і йдемо, так сказати, молодіжним путем. Ми взяли платье світленьке, приталені якісь речі, ну, не зовсім приталені, але свободне. Ми взяли, смотри, який прекрасний цвіт. Корал. Корал. Ідіть, міряйте. Ну що, як там, Леночка? Здравствуй, позитивненький коралловый цвет. Очень, мне кажется, неплохо. Хороший вырез, смотри. Закрывают все вот эти штучки, все. Тем более у вас аккуратненькие предплечья. Талию чуть-чуть делает выше линия талии. Кстати, сюда подойдут вот сейчас очень модно такими крупными кусками, пластмассы, вот. Яркая, какие-то треугольные такие вот украшения графические. Вам будет хорошо. Мы брали такую кофточку. Вдруг вам там надо быть где-то посерьезнее. Раз, видишь, и не пиджак форменный, понимаешь, вот такой, а очень мягенький, трикотажный. Вам жакеты такие жесткие, а-ля мужской пиджак, не идут. Вам нужны жакетики, которые здесь делают маленькое аккуратное плечико. И второй момент. Посмотрите, как хороши вот такие вот длинные линии, удлиненные, вертикальные. И не просто прямые подрезы, потому что если бы это было вот так. Представляете, какая вы сразу маленькая и квадратная. А вот удлиненные, закрывающие самую выступающую часть бедра. Видите? То есть таким образом получается, что вы и длиннее, бедра у вас лишняя чуть-чуть, вот эта вот ширина, она скрадывается. И плюс повернитесь, пожалуйста, обязательно здесь на спинке где-то есть рельефные швы, вот отстрочечки, да, которые они приталивают. То есть у вас таким образом мы подчеркиваем, что у нас красивая фигура. Ансамбль из сукни-футляру кораллового кольору та подовженого жакету визуально вытончив силуэт. Такой образ подходит для роботи та ділових зустрічей. Виходіть к нам, давайте. Біжевий цвіт. Немножечко хочется загореть. Великолепно подходят вам такие платья, вещи, вообще блузы на запах, со симметричными какими-то элементами. Вот эта вот лишняя очень аккуратная драпировочка, чуть-чуть она все скроет. И подчеркнута линия. Знаешь, что мне хочется сделать? Сними бусы, вот повесь на нее сейчас. Давай, знаешь, Олечка, пока надевать, идите этого сюда. Я от тебя. Никогда. Ничего страшного, не зря ты сегодня наряжалась. Человеку тоже должно быть приятно. Вот смотрите. Раз. Да, я согласна. И еще один момент. Смотрите, для дам невысокого роста бусы, всевозможные шейные платки. Такие вот вещи удлиняют. Еще обратите внимание на кольцо Оленькино. Поэтому снимать я его точно уже не буду. Она сама молодец. Вот если вот такое наденете на палец, тоже будет очень миленько. На, идите. Сукня кольору сбитых вершків с так званым запахом. Добре коригує фігуру, підкреслюючи зону декольте та лінію талії. Особливо ефектно виглядає ця сукня з довгими бусами, які роблять увесь силует стрункішим, а образ більш витонченим. Іноді, кстати, від обуви приходить весь силует. Например, якісь босоножки з квадратним каблучком, да, з широкими масивними разнообразними шлечками. От таких графічних форм можна відтолкнутися і піднятися весь ансамбль. Конечно. Як там діла? А ну-ка, выпрыгивайте. Вот этот белый-белый цвет... Согласна. Не очень хорош. Не до конца. Да, мы сейчас говорим просто о силуэте. То есть, первый момент. Вот эти восходящие выточки на груди. Видно? Они делают зрительно выше.
А во-вторых, платье образного силуэта, обратите внимание, здесь оно приталенное. То есть талия ваша никуда, вот хорошо посажена здесь. А здесь начинает расширяться. Посмотрите, получается обман. Линия талии и бедра не здесь, а такая складывается иллюзия, как будто она вот здесь под ребрами. Следовательно, ножки кажутся длиннее. Такие платья я называю, знаешь, такой чистый лист бумаги. Брызнул бусиками, повесил какой-то, все отлично. Поменял помаду, накрасил ярче глаза. Уже они заиграли, уже платье по-другому. Не жалейте денег на аксессуары правильные. Бусы, серьги, клипсы, кольца. И аксессуары должны быть не маленькие, блеклые, они должны быть выразительные. И это сейчас дико модно, и поэтому вот аксессуары, девочки, делают все. Ще один варіант – сукня яскраво-білого кольору А-образного силуету. Цей фасон придумав Крістіан Діор ще в 50-ті роки, але й досі такі сукні вважаються класикою елегантності та жіночності. Вертикальні виточки добре підкреслюють фігуру, а завищена лінія талії візуально подовжує ноги. Дивайтесь, времени нет. Леночка, ми вас ждемо на виході, давайте. Ми очень спішим, їдемо в салон. Ведучі вже презентували Олені кілька варіантів суконь. Та ще одну вони приберегли для урочистого фінального виходу. Для героїні це стане справжнім сюрпризом. Чи сподобається їй вибір ведучих? Як оцінять її новий образ рідні та близькі? Скоро побачимо. А поки що над Оленою попрацюють наші стилісти – перукар і візажист. Здрасте, це наш Валентин, це наша Наталя. Валентин Стародуб – перукар-стиліст міжнародного класу. За 10 років роботи в індустрії краси він створив стильні образи багатьом телеведучим, політикам та зіркам шоу-бізнесу. Має свій креативний погляд на створення довершених образів. Наталія Подлягаєва – гример-візажист. Випускниця студії стилю та макіяжу майстра міжнародного класу Ольги Сеймур. Більше 10 років вона працює у сфері високої моди та шоу-бізнесі. У вас які є мислі, желання? Що би хотіла стати блондинкою? Можу вам одразу сказати, що диктую умови, тут я. Тому у нас без варіантів. Хорошо, мы тогда не будем тянуть время. Я вам оставляю Оленьку, а сама поехала за платье. Від початку роботи перукаря Олена не зможе більше дивитися у дзеркало. Своє прекрасне перетворення вона побачить лише під час урочистої вечірки в ресторані. За умовами програми, жінка має повністю довіритись нашим стилістам. Лен, у вас достатньо такий спокійний блонд. Це підкреслює цвіт вашої кожи, світлі очі. Хочется, конечно, ваш образ добавить какой-то яркости и стильности. Вік жінки дуже легко визначити, поглянувши на її руки. Щоб ваші руки завжди виглядали доглянутими, занотуйте ще один рецепт простої, але ефективної маски від Ольги Сеймур. Это масочка поможет, первое, убрать какие-то сухие там, моменты на руках, какой-то убрать верхний слой, сделать кожу мягче. Во-вторых, кожа будет светлая. Для нее нам понадобятся очень простые ингредиенты. Возьмем большую чайную ложечку овсянки. Овсянка очень смягчает кожу. Второй момент. Смешаем с манкой. Манка выступает как мягкий пилинг. При заваривании теплой водой получается такая субстанция, и тоже она очень питает кожу, во-вторых, очень смягчает, в-третьих, помогает коже стать светлей. То есть вот пигментные какие-то пятнышки, где-то вот какие-то неровности кожи, она великолепно с этим справляется. И плюс это очень мягкий щадящий пилинг. Потом мы берем теплую горяченькую такую водичку и добавляем несколько ложечек так, чтобы овсяночка и манка превратились в такую густую-густую кашицу. Если у вас кожа очень сухая, то можно взять жирные сливки. И вот у нас получилась такая кашица. Мы берем любое масло. В данном случае мы взяли оливковое масло. Чайную ложечку такую полную. Чем суше кожа, тем можно маслице и больше. И тоже тщательно перемешиваем. И, наконец, у нас третий шаг. Мы берем жирную сметану. Добавим, ну, тоже около такой полторы, большую ложечку с горкой, либо полторы ложечки сметаны. І тщательно теж це все перемішуємо. Ольга Сеймур запропонувала живильну скраб-маску для рук з ефектом відбілювання. До складу маски входить 1 чайна ложка мелених вівсяних пластівців, 1 чайна ложка манної крупи, 3 чайні ложки теплої води або вершків, 1 чайна ложка оливкової олії, 1,5 чайні ложки сметани. Усі компоненти змішати, нанести на руки у декілька шарів, руки завернути у харчову плівку та м'який рушник і витримувати 10-15 хвилин. У меня было несколько вариантов.
один из которых был медно-золотистый, который бы подчеркнул цвет ее серо-зеленых глаз. Но мы пошли немножко другим способом, потому что по характеру тот цвет был бы, конечно, не гармоничен. У нее достаточно широкий и высокий лоб, поэтому графичная какая-то ровная челка подчеркивает какие-то недостатки. Данная стрижка очень легка в укладке, достаточно посушить волосы для того, чтобы держалась форма укладки. Візажист Наталя за допомогою тону вирівняла колір обличчя Олени та надала йому золотавого відтінку. Відкоригувала лінію брів за допомогою темних тіней. Нанесла темні тіні на верхню повіку, за рахунок чого колір очей набув глибини. Рожеві рум'яна додали свіжості, а яскрава помада з блиском довершила вечірній макіяж. Сьогодні зранку з легкої руки ведучих Ольги Слонь та Ольги Сеймур героїною програми стала жінка, яка під тиском обставин одного разу вже відмовилась від участі у програмі. Та другого шансу вона не упустила. Протягом дня Олена ходила по магазинах, вислуховувала поради, приміряла нові образи. Ведучі підбирали для неї красиві сукні, які за умови правильного комбінування з іншими речами та аксесуарами можна сміло вдягати як на роботу, так і на сімейні урочистості. Перукар та візажист додали останні штрихи новому образу Олени. І тепер залишились лічені хвилини до її фінального виходу. Чоловік, діти та батьки Олени помітно хвилюються та з нетерпінням чекають її появи в образі неперевершеної красуні. Якою вона вийде до своїх рідних та близьких, дивіться просто зараз. То, що її на цю передачу пригласили, я думаю, що це свершенна її мечта. Ну, чого хоче жінка, того хоче Бог. Дело в том, что она для меня в любом случае королева. Я рада за Леночку и ожидаю совершенно новом обличии. Новую, яркую, красивую девочку. Я не представляю, какая Лена может быть сейчас. Надеюсь, что она у нас выйдет красавицей. Я жду ее прекрасной, воздушной, светлой. Сегодня нашей героиней стала замечательная Елена. Елену мы украли буквально сегодня утром. Можем сказать только одно. Она так волновалась, потому что сегодня она ждет, как вы встретите новую Елену. Елену прекрасно. Ну что, давайте не будем уже наконец-то никого томить. Мы очень хотим вам показать, что как у нас все получилось. А вам, наверное, очень хочется посмотреть, да? Ну что, позовем? Давайте. Леночка, выходите к нам. Состояние? Не знаете? Нетерпение. А повернитесь, вот, посмотрите на дочку, как вы думаете, как вы выглядите? Как я выгляжу? А теперь посмотрите в глаза любимого мужчины. Как я выгляжу? Шикарно. Спасибо. Теперь поворачивайтесь к нам. Бить не будете? Честно? Если что, в разные стороны. И бегаем мы быстро. Хорошо. Готовы? Да? Раз, два, три. Лена, я, конечно, не знаю, но у нас такая сдержанная прям вот женщина. Ну, мне очень нравится. Ура! Леночка, вы должны дарить красоту не только своим близким, но и всему миру. Примите от нас этот подарок. Ну, а это платье, украшение, все вам в подарок. Ну что, наконец-то отпустим мы нашу Елену прекрасную уже к любимым, к своим дорогим друзьям,
гостям и мужчине. И дети. И мы дети желаем уже вам счастья. И не забывайте, дорогие наши женщины, что в первую очередь вы рождены на этой земле, чтобы быть красивыми. Ура! Хотелось бы сказать вам, всей вашей команде, вашей передаче, огромное спасибо за то, что вы помогли мне воплотить одну ее мечту, одну из, и подарить ей эту сказку. Это вообще супер! Такая яркая, такая, ну, красавица. Леночка, восхитительная, уверенная в себе женщина. Я просто поражена. Это просто грандиозные эмоции, эмоции счастья, удовлетворенности. Эта передача изменила мое отношение ко мне же. Мама заканчивается. Вот он. Привет, невиданная зверушка. Это мех, а какой-то мех. Чебурашки. Все, пока забрала свои слова обратно. Спорим, возьмет? Повесила, повесила, повесила. Смотри, внимание. Оля экстрасенс. Второй раз, наверное, она испытывает мое терпение. Все. Опять же, мне кажется, зачем сидеть на диете? Как помнишь потом? Все в себя. Говорю вам, туда и туда. Все в себя. В принципе, когда женщина заходит в магазин, у нее выключается все, кроме одного рефлекса. Вперед!